Здравствуйте, дорогие друзья охотники, подписчики канала Дмитрий Курочкин. Меня зовут Ефименко Юрий, и хочу вам рассказать свою историю, свою охотничью историю относительно общения с манками на птицу. Началась она у меня с общения именно с электронным манком. Вот такого он типа. Сейчас я вам его продемонстрирую. Такого типа у меня был электронный манок, вернее, он у меня пока есть. Вот работает. Но, в общем-то, пришла пора с ним прощаться. Почему прощаться? Потому что познакомился я со своим, уже теперь с другом, с Дмитрием Курочкиным, и благодаря ему, его стараниям, его видеокурсам, начал осваивать духовые манки на птицу. Охота заиграла для меня совершенно другими красками, совершенно по-другому. Я пересмотрел свое отношение к охоте в принципе, к методам охоты, к способам охоты и к самому процессу охоты. Все стало значительно интереснее, значительно познавательнее. И что самое главное, в охоте я стал не простым созерцателем, с каким-то там плюрофоном, включая-выключая его, а активным участником процесса общения с природой. Поэтому, дорогие друзья охотники, переходите на духовые манки. Не пожалеете. Охота заиграет для вас совершенно другими красками, и вы будете получать от нее куда более лучшие впечатления и ощущения, нежели чем те, которые вы получали с электронным манком. Ну и так пришло время прощаться с моим электронным манком. Ну, будем это делать неоригинальным способом. Включаем манок. Манок работает, слышите? Дорогие друзья охотники, не ленитесь, переходите на духовые манки, вы не пожалеете. Звучат они намного лучше, чем электронные. А самое главное, что вы являетесь активным участником процесса охоты и общаетесь с природой и говорите с ней на одном языке.